Hyundai Grand Starex, 2014 год, полный привод, приехал к нам на замену рулевой рейки. Пробег 150 672 километра. Старая рейка, она мокрая, также она стучала и закусывала руль. Новая рейка уже установлена, новая от слова совсем, новая, вместе с тягами и новыми пыльниками. Как правильно прокачать систему гидроусилителя? В конкретном случае, после замены рулевой рейки ее необходимо прокачать. Вывешиваем передние колеса, чтобы они свободно вращались. И, не заводя машину, крутим руль из крайнего левого в крайне правое положение. Или из крайне правого в крайне левого. От упора до упора. И так несколько раз, пока не перестанут выходить пузырьки из бачка. Расширительного бачка ГУРа. Также жидкость будет падать в уровне. По необходимости доливаем. После замены рулевой рейки необходимо сделать сход-развал. Сход-развал завершен. Видим результаты. Левый развал немного убегает, поэтому и разница тоже из допустимых значений, из допусков. Скорее всего, это от просевшей пружины.